Добрий вечір. Мали з вами включення і цитували вас вже декілька разів. Протягом ну, а перше питання, звісно, вже на годиннику півгодини залишилось для голосування. Майже ви вже певно проголосували. Так, да, я проголосував. Ну, по закону, мені кажеться, і по закону, і по етичним нормам, звісно, я не буду за кого голосував, хоча я думаю, для більшості людей понятно. Я скажу одно, что вот так много говорили о выборах, причем у нас столько много было, и еще как бы вроде бы есть, до 8 часов кандидатов в президенты, но я бы хотел отметить абсолютно, знаете, не то чтобы неудовлетворительно, есть что-то хуже неудовлетворительного. Вообще отсутствие, да? Ну, там, индифферентность, это погано. Со стороны кандидатов в президенты, ну, практически всем, за редким там исключением. И вот наличие их там 39, а реально организации, штабов, там, сторонников, ну не просто те, которые в Фейсбуке там пишут, лайкают или говорят что-то, да, а те, которые занимались подготовкой наблюдателей от этого кандидата, кто занимался подготовкой членов комиссии, кто занимался, скажем, обучением председателей, замов секретарей от этих кандидатов, ну и политические силы, которые представляют этих кандидатов в президенты. Я бы им всем практически написал бы двойку. Ну, тобто обізнаність поглядачів ми вже мали, так? Розмову, що не знають закони і порушують. Это ужас. Тому... Причем, если раньше я, допустим, выборами давно занимаюсь, но я хочу сказать, что когда-то еще, допустим, были ряд международных, вернее, даже наших, вернее, общественных организаций, которым помогали северные международные фонды, организации, там тот же USAID, там фонд Сороса, НДИ, МРИ и так далее, многие организации этим занимались. Сейчас как-то вот Комитет избирателей Украины очень активно этим занимался, то ли у них закончился грант, то ли еще что-то. Я сейчас вроде не хочу никого обижать, но я вообще не вижу этой деятельности. Хочу поставить двойку этим к этому президенту. Криценко вообще членов комиссии, наблюдателей практически нет. Давайте не будем... А, все, извините. Можно назвать. А, вибачте. Да. Ще телефонный дзвінок. Прошу, прошу вибачення. Будь ласка. Да. Вітаємо вас. Як вас звати? Ваше питання. Добрий вечір. Я Максименкова Марія. Живу в Комітерновський район, село Шевченко-1, ну, Красунці. Вот, Цветочна 33. Пошла на голосовать. А меня нет вообще в списках. Угу. Чи можна вже зробити? Вже нічого зробити нельзя. До другого туру що... тільки можна вже. Щось. Ні, на следующий тур, звісно, безусловно, це можна однозначно. Що стосується сьогоднішнього дня, вже нічого нельзя зробити. Причому ситуація ще дуже така трагічна, коли, допустим, чоловік завжди голосував на цьому участку, він 100% уверен, він не переїжджав, не міняв приписку, регістрацію, не переселенець там, з Донбасу і так далі, або з Криму. І він приходить, і його нет. Ему говорят, ну, нет. Он говорит, а чего вы не пришли, не уточнили? Но человек был уверен, что он есть. Еще раз говорю, он не менял свою дислокацию. Вот даже у меня была такая ситуация. Я голосовал на участке на Таирова в Киевском районе. И вот у меня, допустим, там родители, сестра и я, мы прописаны, и там, естественно, голосую по прописке. Так ситуация со мной получилась смешная. Получается, мои родители и сестра есть, а я со второй страницы каким-то чудесным образом перебрался на 29-ю. Мы вот листали, просто я такой человек очень настойчивый, сумел убедить членов комиссии меня искать. Потому что треба пошукати все. Да, и меня нашли на 29-й странице. Это, кстати, в контексте того, что, может быть, вы и есть в этом реестре, в этих списках, но так получилось, что или компьютерный сбой программы, я не могу объяснить. Ну, умысел какой-то, ну, тоже вроде, знаете, без доказательства не хочется кого-то обвинять. Или... И еще может быть рекомендация приходить на дільничу виборчу, на дільницю все ж раніше, тому що якщо виникають проблеми, а ти прийшов 19.30, 19.01, а вирішити їх, ну, на да, жаль, вже я буде, с вами согласен, потому что я был на участке буквально там 8.20, 8.30, то есть вот сразу открылся участок, я поехал туда. Ну, я знаю, что всегда все нужно с утра, кто рано встал, тому Бог послав. Поэтому... Черговий дзвіночок від глядача. Добре. Давайте його послухаємо. Вітаємо вас. Ви в ефірі. Доброго вечора. У мене вопрос к Еремицу Олексію Николаевичу. Олексій Николаевич, чим ви зв'язуєте таку велику явку на сьогоднішній день по участкам? Дякуємо. Будь ласка, відповідь. Ви знаєте, на самом деле явка относительно большая. Тобто сказати, щоб вона була прямо... какая-то особая, я бы не сказал. Другое дело, меня смущают некоторые участки, я о них писал на Фейсбуке, это, в частности, Приморский район, это 135-й округ,
Это участки санатория Молдова, это участок МГУ, Международный гуманитарный университет, это участок Ридуна-Ду. Кто не ориентируется, это бывшая партшкола или Академия госуправления на 10 апреля. И еще 35-я школа. Вот там произошла очень такая интересная ситуация, и я считаю, что и вот обращался через Facebook, и сейчас воспользуюсь, так сказать, возможностью эфира, еще обратиться, опять же, там, независимо от моей, может быть, критики, она вот именно такая по делу была, мне кажется, чтобы ваши доверенные лица, чтобы ваши наблюдатели, чтобы ваши сторонники, средств массовой информации, международные наблюдатели обратили внимание на эти участки. Я уверен на 100%, что там были вбросы. Объясню, почему. Смотрим, в 11 часов санаторий Молдова, буквально сколько там, 241 избиратель проголосовал. Смотрим, уже с 11 до 15 на 14.00, получается 1300 избирателей. А смотрим на 17 часов, 1350 избирателей. Получается, знаете, ну это что, для дураков? То есть за 4 часа проголосовало 1010? Максимум. Что говорите? В певну годину вийшов максимум. Так, ну такой, так не бывает. Так не бывает. Не может быть такой разницы. С 11 до 15 проголосовало 1010 человек, а с 15 до 17 за 2 часа проголосовало 50 человек. Так не бывает. То есть, значит, в этот момент что-то произошло. Плюс еще один очень важный аспект. На этом участке должно быть 16 членов комиссии. 3 не вышло сегодня, не знаю по каким причинам. Было только 13 членов участковой комиссии. Из них 3 принимали участие в голосовании на дому. То есть 3 не было на участке. Итого было всего 10 членов комиссии. Учитывая некоторые обязанности, которые четко регламентированы законодательством, нужно находиться членом возле урн, кабинок и так далее, выдавать могли только 6 членов комиссии. 6 членов комиссии – это 3 пары, по 2 человека. Один, ну вы тоже, я думаю, голосовали, знаете, ищут вас в реестре, в списке, проверяют ваши документы, там, прописку и так далее. Регистрацию, будем правильно называть ее. Второй член комиссии, который сидит рядом, вписывает в бюллетень вашу фамилию, имя, отчество, потом отрывает контрольный этот лист, ну так этот, так сказать, талончик, корешок. Некоторые так называют корешок, да, ну это правильно, контрольный лист. Дело не в этом. И вот таких одновременно, скажем так, обслуживаемых избирателей может быть только 3 человека. Понимаете? И это за 4 часа 1000 человек? Это по 3, это получается 1010, это 330 вот таких по 3? Так, ну, так просто не буде. Олексій, щодо Понимаете? Підвозу виборців групами у нас сьогодні, це також у нас. Це правда, це правда, це происходило, ну от ми зафіксували, допустим, і це не порушено. Чітко в Малиновському районі. Вот ситуація з цим следующая, очень така интересная. Допустим, когда подвозят, по суті дела, там, ну вот у вас есть какая-то соседка, пожилая женщина, тяжело добраться, по каким-то причинам она... ну, опять же, нужно же кого-то отправить на участок. Она не смогла попасть в этот список, в реестр голосующих на дому, но она хочет вот свой гражданский долг исполнить. Она, допустим, к вам обратилась. Вы ее можете подвезти, допустим, вы ее подвезли. Ну, наверное, в принципе, я не вижу в этом никаких проблем. Ну, я этим не занимался, ну, когда-то давно, там, еще в 2002 году, помню, подвозил. Ну, так, в принципе, этим не занимался. Но дело не в этом. Но когда, допустим, мы видим, когда одна и та же самая машина подвозит 3 уже группы вот этих пожилых людей, а другая машина этих людей потом отвозит, ну, вызвали, председатель комиссии вызвала полицию, нас полиция туда приехала, забрали этого водителя, ну, правда, того, кто, кажется, отвозил, если я не ошибаюсь. Ну, этот вопрос, как бы так, увял, будем говорить, на этом Наскільки участке. Наскільки можна зібрати доказову базу, що это було таке? Это другое дело. В этой ситуации, вы правильно все говорите, и доказать очень сложно. Это нужно четко, чтобы, условно говоря, эта пожилая женщина сказала, что вот мне там пообещали что-то, или мне дали что-то, и я поэтому поддержал того или иного кандидата. Если этого не произойдет, то есть не будет ее свидетельских показаний, либо не будет каких-то свидетельских показаний какого-то члена комиссии, который видел, как передавали какие-то деньги, либо какое-то, я не знаю, там, вознаграждение в виде какого-то подарка было, да, то это практически невозможно. Единственное, что, реагируя и вызывая полицию, это можно хотя бы прекратить, понимаете, и не допустить, чтобы это продолжалось. Потому что хуже всего, когда члены комиссии, наблюдатели, не понимая некоторые вещи, либо не осознавая, это допускает, и нет никакой реакции. Вот это хуже всего. Маємо наразі пряме включення. Ви згадали Комітет виборців України. Так давайте подивимося, як все ж вони висвітлювали виборчий процес. Звітує КВУ наразі у ці хвилини. Давайте послухаємо.
Сейчас на тот участок, который был закрыт, бюллетени подвезли, и он после обеда начал работать. Сейчас там достаточно большие очереди, но я хочу подчеркнуть, что согласно законодательству, все избиратели, которые на момент наступления 20.00 находятся на территории избирательного участка, имеют право проголосовать, независимо от того, сколько на это потребуется времени. То есть в 20.00 на участок не могут зайти новые избиратели. Но все те люди, которые на момент 20.00 находятся на избирательном участке, должны получить бюллетени и должны получить возможность проголосовать. Участковые избирательные комиссии обязаны это выполнить. Значит, следующая группа нарушений, ну, на самом деле, мы зафиксировали только одно такое нарушение, как я уже сказал, это неправомерный отказ в выдаче бюллетеня по причине того, что у гражданина не было с собой талона о смене места голосования. Но при этом, как не парадоксально, мы фиксировали и выдачу бюллетеней без должных оснований, причем таких случаев больше. Мы зафиксировали несколько случаев, когда участковые избирательные комиссии выдавали гражданам бюллетени без паспортов, либо на основании решений суда. И в том числе был один случай, когда гражданина даже внесли в список избирателей в день выборов. Но опять же, это единичные случаи. Были попытки выноса бюллетеня за границы избирательного участка в 136-м округе, это Суворовский район, дважды с одного и того же участка настойчиво пытались вынести бюллетень. Я, насколько могу предполагать, для того, чтобы запустить карусель, обе попытки были пресечены, и бюллетень вынести не удалось. Фиксировали мы единичные факты нарушения тайны голосования, то есть фотографирование бюллетеней непосредственно в кабинке. Есть у нас одно серьезное нарушение, это неправомерное изготовление протокола в селе Мирном Беляевского района. Участковая избирательная комиссия после обеда начала готовить протокол о подсчете голосов. То есть глава участковой избирательной комиссии начала готовить протокол о подсчете голосов, носить туда предварительную информацию, то есть данные о избирателях, которые есть в списке, там, о тех, кто голосует на дому и так далее. Я подчеркну, что закон категорически запрещает это делать до конца голосования, потому что такие протоколы затем могут использоваться как заготовка для фальсификации. То есть в них вносится вся информация, которая есть на момент голосования, их подписывают все члены избирательных комиссий с тем, что вот мы поедем в окружную, и нам скажут составлять уточненный протокол, если у нас какие-то ошибки есть, и чтобы мы не возвращались домой в Це було пряме включення з Комітету виборців України. Звітували про результати попередні і виявлені порушення. Зокрема, видача без паспорту була згадана. Це суттєве порушення, але все ж є так і інша сторона, коли навпаки не видають. Я прервуся сама себе, тому що в нас є дзвіночок, а потім повернемося. Вітаємо вас. Як вас звати? Ваше питання. Добрий вечір. Так, говоріть, будь ласка. Меня зовут Юрий Николаевич, я уже пенсионер. Я хотел бы обратиться к нашему гостю, который хорошо владеет современным законодательством. Когда и каким парламентом или каким правительством были изменены нормы, что на жилплощадь можно приписать сейчас и 600, и 700 человек, если раньше я не мог приписать своего близкого родственника, потому что было по закону 13,5 квадратных метров, точка. Это когда были приняты сейчас нормы, что сейчас я могу приписать к себе все, что угодно и сколько угодно. И зарабатывать, конечно, на этом. Спасибо. Дякуємо за запитання. Будь ласка, звісно, відповідь хочеться. Я хоть не юрист, но, в принципе, ориентируюсь достаточно неплохо в этих моментах. На самом деле, это произошло достаточно давно, когда у нас понятие прописки, которое существовало с времен, еще, так сказать, Советского Союза, оно ушло, там действительно было регламентация по количеству метров по жилплощади и по общей площади и так далее. Были ограничения там, для несовершеннолетних лиц, были нюансы. Но, тем не менее, действительно, это не позволяло прописать в одной квартире 400 человек.
Сейчас, когда институт прописки отсутствует, а есть институт регистрации, то, по сути дела, это возможно. Вот и весь ответ. Но сьогодні було повідомлення про те, що в одній квартирі було прописано більше 400 осіб. Тобто всі ці люди мали можливість прийти проголосувати. Ну, дело в том, что это, в принципе, плюс-минус как бы современный европейский вариант, когда человека не привязывают, условно говоря, к его там собственности, то есть ты можешь владеть квартирой там в Харькове, а голосовать в Киеве, просто вопрос регистрации. Ты там арендуешь жилье, показываешь договор аренды, и на основании этого ты можешь зарегистрироваться, и здесь как бы все понятно и просто. Здесь главный момент, вот что важно, что вот есть, условно говоря, там у нас на территории Украины живет там, не знаю сколько там, ну пусть ладно будет, там 38 миллионов украинцев, допустим, там. Главное, чтобы они... Украины 38? Ну, я условно, 40. 41, ну, ладно. Оптимистичными. Ну, я 38, я всегда стараюсь объективно подходить к реалиям, хотя я в этом, ну, не пытаюсь какую-то там политическую находить, какую-то, да, какую-то там агитацией заниматься, что у нас там все плохо. Нет, я не к тому веду. Ну, 40 миллионов, бог с ним, не имеет значения. Главное, чтобы все эти люди проголосовали. Либо в Харькове, либо в Одессе, либо, не знаю, в Киеве, либо во Львове. Главное, чтобы один раз проголосовали. Вот это главный вопрос. А уже исходя из их регистрации, где они будут регистрированы? Во Львове, в Киеве, там, в селе Мирном или в Киевском районе? Ваш попередник сказав, що вже за екзит-полами є лідер з великим відривом. У вас такі ждання? Знаете, я скажу, что у меня единственные есть результаты одного экзит-пола. Я, к сожалению, не могу назвать четко эту организацию, потому что, ну, у меня как бы нет такой информации, но этому человеку я достаточно доверяю. Единственное, что это были проценты на 17 часов. Не знаю, ну, озвучивать их, я их озвучу, но абсолютно нет здесь в этом никакой с моей стороны там манипуляции. Зеленский... Ну, без прізвища. Без. Все, вибачте. Жодного прізвища ми не можемо. Хорошо, тоді без прізвища. Короче говоря, тоді прошу прощення. Чи є кандидат? Первый кандидат 31,4%, второй кандидат 17,64%, третий кандидат 13,46%, четвертый кандидат 12,97%, пятый кандидат 6,42%, пятый, шестой 6,25%. То есть 5-процентный барьер, ну так условно, преодолело вот 6 кандидатов, причем первый с явным отрывом, второй посередине, третий, четвертый практически делят, там разница сколько, в 0,5%. И пятый, шестой тоже, ну, в два раза, как третий, четвертый, но тоже там разница небольшая в 0,5%. Но наголошуємо, что это попередние данные. Да, конечно, это, да, я прошу прощения за то, что назвал фамилию одного из кандидатов. Ну, вот этим цифрам, ну, сложно сказать. Еще в Одессе я знаю, что проводят экзит-пол. Мне тоже давали эти проценты, но я, честно говоря, даже их называть не буду, потому что, ну, я в это просто не верю, и я считаю, что это абсолютная, ну, такая даже не манипуляция, а просто какой-то бред. Извините. Олексію, дякуємо вам за те, що знайшли час, завітали до нас. Конкретні вже дані екзит-полів ми почуємо в ток-шоу «Прожектор» вже за кілька хвилин, а наразі давайте підіб'ємо підсумки голосування. 86% наразі віддали свій голос на виборах. Це напевно, вже остаточний результат. Так, тому що на годиннику маємо 19:50, вже 10 хвилин залишилось, навряд чи встигнуть. А далі дивіться продовження звіту комітету виборців України.